Перед ними офицерик молодой, молодой ведет сотню казаков за собой. Эй, говори, ведет сотню казаков за собой. А ходили мы с победою мосты, да мосты, все красавицы бросали нам цветы. Эй, говори, все красавицы бросали нам цветы. Целый дать самому не останется. Половину мало. Отдам ему весь, а сам как-нибудь обойдусь. Спасибо, добрый человек. Я тебя награжу. Вот торба. Ежели ее распахнешь, да скажешь, полезай в торбу. Все, чего пожелаешь, в торбу к тебе и полезет. Покорнейше благодарим. Дай-ка я торбу попробую. А ну, полезай в торбу! Так. Одного гуся дам зажарить, второго на водку променяю, а третьего за хлопоты отдам. Улетела сова пучеглазая. То не птица, то оборотень злой. Ишь ты. А где гнездо его? Вон! Оттуда из-за леса прилетает. Ну, найду его, отучу разбойничать. Что ты? Что ты? Пропадешь! Двум смертям не бывать, одной не миновать.
Скоро встретимся! Три девятое царство, три десятое государство. Ну что ж, зайду в царство государства. Ваше благородие. Чарка вина прибавит ума. Что это за дворец такой? И отчего он пустой стоит? Это служивая нечистая сила всех из дворца повыгнала. Каждую ночь прилетает. Прилетает? А шумит, пляшет. Не дает спуску ни старому, ни малому. А царь от них казной откупился. А ты кто такой? Здравия желаю! Русский солдат в отставке! Ну, говори, говори. Зачем пришел? Дозволь, Ваше Величество, из дворца твоего нечистую силу выгнать. Да ну! Неужто не побоишься? Русский солдат ни в воде не тонет, ни в огне не горит, Ваше Величество. Ну, ступай. Ежели нечистую силу выгонишь, да жив останешься, я тебе отдам полцарства. Надо держать востро. Давайте. Вот так. Где наша не пропадала? А ну, что там такое? Thank you.
знакомый. Нашел я тебя, злодей лиходей. О, холод какой. Давайте печку топить. Было бы чем брюхо набить. А ты что ж, за добычей летал, да по дороге потерял? Ух, была добыча. Ух, да солдат отбил. Вот бы до него добраться и с ним посчитаться. Руки коротки. Здесь кто-то Что же, выходит, мне пришел конец. Конец? В котел, значит. В котел! Так, согласен. А как будете есть? С солью или без соли? Без соли, без соли. Не согласен. Давайте жребий кинем. Ежели орел, так жрите без соли. Вот так. Орел, орел, полезай в котел. Эх, пропала моя головушка. Ну, чему быть, тому не миновать. А что это, по-вашему? Торба, торба. А ну, полезай в торбу. Не торопитесь, не торопитесь, всем места хватит. Соли не любите? Так я вам посолю. Ну вот, в тесноте, да не в обиде. Эй, говори, ездит сотня казаков усачей. Батюшки, жив, так точно, и все нечистые тут. Ой, 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 ой. Ваше Величество, а? Дозволь чарочку выпить. Но ступай, ступай. Только торбу смотри, не развязывай, а то худо будет. Ну, ступай. А?
Неужто здесь нечистые поместились? Эх, придет солдат полцарства отдать, а жалко. Выпусти нас. А? Мы с солдатом разделаемся. А сами на 100 верст от дворца убежим. И никогда в него не вернемся. Выпущу-ка я их, и все царство при мне останется. Вот как? А ну, полезай в торбу! Эх ты, ваше величество! И вам туда же дорога! Проходили мы с победою мосты до мосты, все красавицы бросали нам цветы. Красавицы бросали нам цветы.